большой привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня и прямо сейчас я снимаю видео о своих майских покупках в магазине Fix Price. Уже все по 45 рублей. Это, в общем, покупки уходовой косметики и для дома то, что было мне очень необходимо. Еще пару вещей я забыла купить, но это как всегда. В общем, у меня вот такой пакет. Такой большой, и если вам интересно, что в нем находится, то оставайтесь со мной и приятного просмотра, так сказать. Очень много новинок появилось в магазине Fix Price. Я сейчас, наверное, буду шуршать, потому что пакет у них шелестящий. Итак, давайте начну с того, что первое попалось. Я взяла попробовать, у них появилась новая серия вот такая. Organic Natura биошампунь для большого объема волос, ростки сои и красный клевер от компании Маграф. Вообще, я заметила, что от Маграф в Fix Price появилось много продукции. Два тоника, огуречная вода, еще с розой тоник, потом вот этот шампунь, бальзам. Бальзам я тоже купила, вам тоже сейчас покажу. Еще что-то появилось, скрабы для лица и для тела с дыней. И что-то еще, в общем, я уже точно не помню, но много достаточно продукции от компании Маграф. В шампуне 400 мл, и я решила взять попробовать, потому что вообще компания Маграф, я достаточно доверяю, мне нравится эта компания, и нравится косметика, которую она производит, но не всю, поэтому я взяла на пробу вот этот шампунь. В общем, из пакета я решила все выложить на стол, потому что шуршать вот этот звук меня просто саму раздражает. И, в общем, буду показывать не шурша. Так, после шампуня я решила взять бальзам, то же самое от Маграф, Organic Natura, здесь 200 мл. И он у нас идет против ломкости и секущихся кончиков, натуральный экстракт ржи и шелк. Пахнет этот бальзам очень классно, я прям в магазине открыла. Понюхала, и он просто обалденно нежно пахнет какими-то нежными цветами и, мне кажется, зеленым чаем. Вот мне прям такой нежный зеленый чай, может быть, с жасмином. Блин, пахнет просто потрясающе. Вот по запаху могу посоветовать, по действию еще не пробовала, но здесь написано, что результат заметен после первого применения. Так что вот такими вот средствами я буду пользоваться. Шампунь для объема, бальзам против ломких и секущихся, в общем, кончиков. То, что как раз надо, я подобрала. Если мне бальзам понравится, я возьму еще, потому что шампунь 400 мл, здесь 200. У меня вот это уйдет очень быстро. Такую парочку буду пробовать в ближайшее прям время. Так, дальше из ухода появился у нас вот такой вот гель для душа, детский шампунь и гель для душа, ванильное лакомство Том и Джерри. Я знаю, такие гель для душа, вообще вот эти штуки стоят достаточно дорого. Ну, недорого, я имею в виду по сравнению с Fix Price. Где-то в 2 или в 2,5 раза дороже я видела в продаже. В Орхидее парфюм я видела вот эти вот Том и Джерри гелики. 300 мл, годен до 2018 года. Так, для детей любого возраста 0+, написано, компания Клевер. Пахнет ванилью, даже не ванилью, а пломбиром, наверное. Ванильным мороженым, вот чем-то таким, ну не прям ванилью, вот ванилин из пакетика, нет, пахнет именно вот каким-то сливочным, не знаю, вот мне напоминает пломбир, мороженое какое-то ванильное, пахнет очень классно, по виду не знаю, аккуратненько, по-моему, да, прозрачная такая вот консистенция. В общем, он прозрачный и густой. То, что я люблю, я не люблю, когда жидкие такие средства. Он прям такой густой, болтыхается очень густо. Так что сыну моему уверен, что понравится. У нас как раз заканчивается от Faberlic карамель. И вот это у нас пойдет на смену. Так, из ухода еще взяли детское мыло. Но это мыло, чтобы просто мыть руки. Я хотела взять Soft Legend, потом May Way. Мне достаточно нравятся эти мыла. В них 470 мл, и я что-то взяла, вот так вот бутылку с May Way, хотела взять розовый какой-то, роза и миндальное молочко, по-моему. Я ее вот так поболтыхала, там просто как вода все плещется, я не знаю, может быть, они как бы
поменяли вот эту консистенцию, формулу. Но до этого я брала мыло Мэйвэй, и оно вот не такое жидкое было. Я помню, оно у меня закончилось за месяц, но оно не такое точно жидкое было, как сейчас. Я его прям поболтыхала, прям как водичка там поплескалась, я его поставила обратно. Взяла Soft Legend, уже положила в корзинку, думаю, возьму Soft Legend, там что-то с шелком, орхидея, что-то такое розовое тоже. И потом немножко поболтыхала, но погуще, чем Мэйвэй, тоже 470 мл. И потом я увидела вот это с экстрактом оливы, крем-мыло 0+, pH 5,5, здесь 500 мл. И я подумала, я когда его поболтыхала, оно крем-мыло. Оно даже не болтыхается, настолько оно густое. Я люблю густые продукты, они более экономичные. Оно как крем. Вот. Пахнет оно детским таким кремом. Нежный-нежный запах кремовый. А вот как... Не как детский крем железный тубик, который такой жирный такой пахнет, а вот таким, ну, чем-то детским, очень нежным, практически не чувствуется никакой отдушки. Будем мыть ручки вот этим густым мылом, так что его я могу посоветовать, потому что вот остальные мыльца, конечно, под какие-то жидкие, мне кажется, они вообще там закончатся за неделю, не знаю за сколько. Так, из ухода это все. Дальше давайте перейдем к двум продуктам питания. Я взяла вот эту воду, потому что мы ходили на детскую площадку, и я знала, что сын захочет пить. И вот это вот Сенежская спорт с этой вот пимпочкой. Три таких водички стоят 45 рублей. Так, здесь пол-литра объем, то есть получается полторашка, полтора-литровая такая бутылка стоит 45 рублей. Конечно, да, дороговато, но такую просто одну пол-литровую взять с собой куда-то бросить и захотелось, если попить, попил. Вот у меня сын попил как раз на детской площадке, она не газированная идет, то, в принципе, можно, я так периодически делаю. А бывает, с собой беру, когда иду на тренировку, тоже такие вот водички беру с собой. Так, дальше еще последний продукт питания. Я беру уже, наверное, раз пятый вот эти мюсли ассорти. И что я могу сказать? Они очень-очень вкусные. Здесь вот 5 штук идет, 5 за 45. По 9 рублей батончик мюсли. Я открою, сейчас вам покажу. Сегодня есть не буду их уже. Я ем их только на завтрак. Вот эти самые вкусные клубничные с йогуртовой глазурью. Вот такие вот батончики с абрикосом. Очень вкусные с абрикосом. Просто вообще с яблоком такие. С яблоком так себе, я не скажу, что прям очень вкусно. И вот такие вот в шоколадной глазури с ореховой карамелью, в общем. Достаточно приятный, но самый вкусный абрикосовый и клубничный. И обязательно, если вы будете брать вот такие мюсли, обязательно смотрите вот здесь сзади. Здесь написано, сколько вот этих мюсли, батончиков в этой коробке. В основном, в последнее время я заметила, что мюсли с ореховой карамелью кладут 3 штуки. Здесь прям написано, да, мюсли с ореховой карамелью 3 штуки. И остальных каких-то там клубничных вообще нет. Есть одна с яблоком и одна с абрикосом. Так вот, я всегда теперь читаю, какие лежат именно в каждой коробке мюсли. Вот в этой, например, лежит одна с орехами, в ореховой, в общем, карамели. Одна с абрикосом и йогуртом, две с клубникой и йогуртом и одна с яблоком. Бывает, что три с орехами, одна с абрикосом, одна с яблоком. Клубничных вообще нет, это самый-самый вкусный. Так что обязательно читайте, какие в этой коробке, на каждой коробке написано, какие лежат мюсли. Очень вкусные, вот от души советую. Я их батончик мюсли такой съедаю с чаем на завтрак. Просто-просто классно. Так мюсли в районе 20 рублей где-то стоят, наподобие этих. Но мне нравятся эти, и за 9 рублей зачем я буду переплачивать, так что беру себе такие. Так, дальше давайте перейдем к детским покупкам. Так, у меня сын идет в первый класс в этом году, он уже читает по слогам у меня. И здесь мы взяли книжку «Буквы и слова», азбука «Первые слова», это у нас серия «Поп-пури», не знаю, для чтения взрослыми детям, в общем. И здесь вот такие вот
ну, как типа прописи, я даже не знаю, как это назвать. Здесь нужно вводить буквы, и слова разделены на слоги. Читать, как раз он такие вот умеет читать очень хорошо. И будет обводить буквы, он писать тоже и прописными уже умеет, их в школе уже научили и цифры писать, и буквы, и примеры. Мы дома тоже занимаемся дополнительно, но вот здесь тоже вот обводить надо. Все очень классная книжка, все понятно, крупно, картинки. Здоровская книжка, я прям порадовалась, когда я ее увидела. Здесь еще с цифрами вот такие вот есть. Но это у нас идет добрые уроки. И вот так вот она выглядит, очень клевая. Вот кто с детишками, кому 6 лет, 5 лет, я думаю, отлично для занятий. И у меня он сам уже выбрал вот такую вот книгу, Marvel's Heroes, супергерои, в общем. Она идет вот в такой вот фольге. Сейчас я вам покажу, что в ней вообще, какой прикол в этой книге. В общем, здесь идут очки 3D, вот такие вот они приклеены. Сейчас я отклею, потому что он уже ждет, когда я отдам эту книжку. Очки вот такие вот, тоже супергеройские, там все дела. И книга идет у нас 3D, то есть она такая достаточно толстая. Здесь много-много листочков. И картинки вот такие вот расплывчатые. Буквы все не расплывчатые, картинки только расплывчатые. В общем, нужно надеть очки и смотреть на эти картинки через очки. Вот он взял, он очень нравится ему, когда мы летали Трансайра, нам тоже давали какие-то такие листочки 3D и очки. И вот он в самолете, помню, сидел, ему так понравилось смотреть на 3D, и вот эту книжку увидел. Все, я хочу такую книжку, буду смотреть на картинки, может быть, даже я ему что-нибудь почитаю, потому что он всех супергероев уже знает, и ему они очень интересны. Так что вот такая вот книжка за 45 рублей, ну, это нормально, в принципе. Так что захотелось ребенку, мальчик, ну, я думаю, можно взять за хорошее поведение. Так, дальше для дома остались у меня две покупки. Это вообще необходимая самая для меня была вещь. Еще была одна необходимая, я про нее забыла. 50/70 пакет вакуумный с крючком. Я еще раз скажу для тех, кто берет пакеты 50/60, берите вакуумный 50/70 с крючком. Все то же самое, все, они одинаковые, размер больше за те же деньги. Лишние 10 сантиметров, чтобы впихнуть что-нибудь, никогда не помешает. Пожалуйста, обратите внимание на пакеты вакуумные с крючком, которые больше размером, чем обычные вакуумные пакеты 50/60. Я всегда беру с крючком, и мне вот эти 10 сантиметров, они всегда тоже важны. Поэтому беру всегда такие и пользуюсь, очень классные. Сейчас будем убирать зимние вещи, и у нас вот 4 пакета... Три дома есть, и вот сейчас я один купила, будет 4 пакета. Будем сейчас сына все зимние вещи, какие свитера, там все такое теплое. Мужа там что-то, мое. Будем убирать такие пакеты и экономить место. Так что потом все вытаскивайте, гладите, у вас все обычно, а так здорово экономить действительно место в шкафу. Так что советую, вот эти пакеты очень клевые. И мужа взяла под футболки, у него куча футболок просто обнаружилась, когда я достала из вакуумного пакета, там, наверное, футболок 12, и так он уже таскал футболки 4, и у него не хватило вешалок, чтобы их повесить, я, в общем, все перегладила, сожгла себе руку, обожгла об утюг, а вешалок не хватило, и, в общем, он их так сложил, но они все равно помялись, поэтому мне придется еще гладить раз. Здесь вот 6 вешалок, именно под футболки, вот такие тоненькие вешалки я решила взять. Они подойдут, просто одну на каждую вешалку повесить по футболке. Здорово, и 6 штук, просто классно. Поэтому будет он с удовольствием пользоваться этими вешалками, места теперь ему, я думаю, хватит. Так что вот так, у нас все покупки вышли на 420 рублей. Надеюсь, вам покупки понравились и видео было полезным хоть чем-то. И я вас не утомила своей болтовнёй. Если это так, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Впереди очень много всяких разных интересных видео. Ну и на этом я с вами не прощаюсь. Мы увидимся совсем скоро в следующих видео. Всем пока!